Ну что, здрасте, мальчики и девочки. Итак, продолжение к новостному выпуску. Решил я попробовать купить вот эти рубины. Ну, давайте, попробуем один раз. На самом деле, пушки-то, которые здесь есть, ну, наверное, кроме калашат, особо сильно мне ничего тут не интересно. Ну, так, по приколу просто крутануть. Посмотреть, что же это такое, как это работает. Вот эти самые у нас рубины красненькие. Давайте крутанем и купим один рубин. Оу, да, купим. Ну, давай. Купить у нас один рубинчик. И попробуем мы крутануть. Как это будет выглядеть, правда, не знаю. Сейчас мы глянем. Так, и поехали. Принять. Там тоже надо паузу нажимать, нет? Армейский шлем. Да, и все. И все. Ваш наград. Наград переносит на один день. А, заразу, мне вот этот только пришел. Ага. Вот там что суть-то, блин. Офигеть, причем 500, смотрите, вы получаете одно очко удачи, открываете капсулу, случайным образом можно получить больше. Если вы открываете капсулу, имея максимум очков удачи, в ней гарантированно будет постоянный предмет. Получение такого предмета обнуляет очки удачи. А 500 очков удачи, что ли, надо? А, нет, 10 дней. О, блин, 50 раз надо крутануть. Ну ладно, давайте еще попробуем один раз, конечно. Короче, выпадает вот эта загадочная коробочка. В загадочной коробочке выпадает одна из этих фигней на один день. То есть или антишокер, или магазин для пулемета, или купон на смену навыка, или очки защитные 5, или армейский шлем. Вот сейчас мне, я так понял, выпала это как раз коробочка. Ну ладно, я не буду сильно много разоряться, просто ну понятно, здесь удача, как и в обыкновенных капсулах, да, но здесь выпадает вип-оружие. Гатлинг Ган Драгон, АВМ Змей НГБ, Дезерт Игл Жало НГБ и П-900 Вилдшот. Что это такое? Ну и также Валентайн Фалентайн, АК-47, пулемет, анаконда, батончик, холодное оружие и гранатка. Ну давайте еще раз попробуем открыть. И открываем. Пу! И... А, да, не хватает рубинов. И купим мы рубинчик. Ну, я говорю, так я открою пару раз. Ну, поехали. Принять. Ох ты, что это выпало? Магазин для пулемета, кстати, сейчас, блин, бы повеселее, да, выпало. Там, по-моему, до этого не было такого сундучка. Тунс, и у нас увеличилась удача, уже 15 очков удачи. Ну что, откроем еще раз. И опять на нас выпадет загадочная коробочка, да? Я не знаю, сколько раз открывать-то. Не знаю, сколько раз надо открывать, собственно. Блин, ну вот там-то интереснее, на самом деле. Ну давайте еще раз, ладно, попробуем. Напоследочек. Сколько у нас? Там. Купим еще один рубинчик. Давайте еще один рубинчик. Купим еще один рубинчик и попробуем еще раз открыть. Что же у нас еще раз выпадет? Просто тупо она открывается, да. Давайте открываем. И опять коробочка, блин. И защитные очки у нас на один день. Ну, короче, нельзя рассчитывать. Ну, это как обыкновенно капсула, да? Просто нельзя рассчитывать, что тебе сразу что-то выпадет. Вот. Ну, блин, сапфиры мне нравятся больше, прикольнее. Там можно, по крайней мере, останавливать. Сейчас мы как раз крутанем сапфиров. В сапфирах у нас, говорят, не на данный момент сапфиры не активируются. Сейчас я попробую, активируются они или нет. Вот, ну, не крутятся. Говорят, что следующий сезон. Я знаю, слышал, что, ну, по крайней мере, от админов, что 15 числа будет обновление. И после этого обновления тогда можно будет их крутить. Но я сейчас попробую, а вдруг оно все-таки работает. Работает у нас, блин. Давайте. Ну, покупаем. Покупаем. Принять. Покупка завершена. Давайте открываем один раз. И я сразу нажму, блин. Знаете, у нас как коротко. Так, пау. Ни хрена не работает. А сезон завершен. Ждем вас в следующем сезоне. Понятно. То есть, короче, как я и говорил, как я и читал, все это будет работать после 15 числа. 15 числа будет обновление, так что ждем 15 числа, ждем обновления и ждем, когда будут работать вот эти вот сапфиры. Сапфиры, конечно, прикольнее и интереснее. Ну, для меня, по крайней мере, тут и Цербер, тут и Карспутник. Ну, не знаю, будет... Ну, самое интересное, что бы я хотел бы здесь выпало, это Ан-94 Супа Спутник. Вот, и Василиск, и Жнец, и опять Демон Легендарий, который я уже отдал один за гранатку. И Призма Панк М4, и М4 Интерпол, который, по-моему, у нас уже есть. Ну что, ребята, давайте. Ждем очередных новостей, ждем обзоров и прочего-прочего. Буду стараться, чтобы они были интереснее, веселее. Вот, ну, как говорится, все у нас развивается, все делается лучше, все делается
интереснее. Все, подписывайтесь на канал. Всего вам самого-самого. Заходите на стримы. Ставьте лайкосики. Всем вам большое-пребольшое, ребятки. Спасибочки. Пока-пока. Пока-пока. И миньон тоже пока.